Привет, сирокеза смотрящие. Сегодня часть был пешеходом. Конечно, после такого вот вечера, когда ноль и льет дождь, плюс не вывезен снег, в результате у нас в городе сегодня, вы видите, пешеходы не ходят по тротуарам, они лезут на дороги, лезут куда угодно, по городу ехать вообще. Пешеходу я не знаю, как ходить, там, наверное, всех сегодня облили, потому что, ну, вы видите, какие, в общем, жуть. Ну, это природа. Ну и в связи с этим, может быть, отчасти от этого, вот очередное ДТП, вроде бы незначительное, но приятного мало. Опять поворот налево и прямо, вот в крыло, помялось. И в связи с этим вспомнилось, у меня была вот где-то, по-моему, в 2007 году авария, в которой как бы фактически меня признали виноватым. Я уже тут стою. Ну, я не сдался сразу, собрал документы. И вот мое хобби, которое, значит, вот это вот все снимать, фотографировать, в том случае сыграло мне на пользу. То есть техническая экспертиза, на которую я подал документы, признала, что я не виноват. Если хотите, могу сделать об этом видео. Может, кому-то пригодится. Так что пишите в комментариях, стоит об этом рассказать. Это старая авария 2007 года, но я про нее ничего не говорил. Но у меня есть на нее куча документов. А вот, значит, заметил я по возвращению домой, что сегодня в почтовике я вот так вот посветил. Давненько там ничего не было, уже привык я к тому, что никто туда ничего не кладет, все счета уже в электронном виде. И с тех времен, помните, было видео, кто регулярно смотрит канал, что вот я наклеил на почтовый ящик, были такие наклеечки, стоп, что магазины там, все торговые сети заваливали почтовый ящик буклетами со своей продукцией, слава партии, это кончилось. Теперь очень редко, настолько редко, что я даже вот ключ отдельный завел на почтовый ящик и держу его глубоко и далеко, чтобы не открывать. В общем, сегодня я был удивлен, что опять в почтовом ящике что-то появилось. Ну, я подумал, не дай бог, всякое бывает. Достаем. И, как мне кажется, новый вид мошенничества. Вот, честное слово. Потому что природа и здоровье... И там такие статейки, типа, все, я больной. Чтобы выздороветь срочно надо позвонить, надо купить, надо идти в аптеку. Если у вас чешется левое ухо, значит, у вас рак мозга. Срочно покупайте таблетки такие-то. В общем, не знаю, как это вот... Ну, по сути, это введение в заблуждение или еще что-то. В общем... Будьте осторожны, вот опять такая фигня в почтовых ящиках. Все, тушите свет.